Ну что, хорошо, вон там Евгений купается. Сейчас мы тут... Сейчас я купался, да. Сидим, обсуждаем, как я куплю комп, как он купит комп, как мы будем игрушки проходить. И вот в этих мечтах, значит, проходит этот вечер. И поэтому, собственно говоря... Вернее, я вам, конечно, скажу не поэтому, но не без этого. Настроение сейчас хорошее, хотя, еще раз вам говорю, как в форме реалити-шоу и в форме доброго совета, что всегда и все должно быть с оглядкой, как бы с легкой осторожностью, скажем так, если не сказать больше. Особенно, что касается всяческих перемещений из измерения в измерение. Потом все. Хотел понять, кто там плавает. Вот. Кто там плавает. Я сквозь стекло не вижу, в смысле, с экранчика не вижу. Сейчас вот эти новые лодки такие. Все заполонили. Ну вот в Израиле я в 2018 году был, на таких спасателей шуровали по пляжу, рядом с пляжем. Это такие, видите, стоячие доски для плавания. Ну, вот эти камыши, я говорю уже, что я всегда во время заплыва их оплываю. Вот. Ну, сегодня у меня еще что, вообще у меня сегодня весь день проходит под эгидой игр. Смотрел Куплинова нового сегодня за завтраком и вообще. Сегодня, когда все свалили еще на турбазу, был один в своем коттедже. В общем, ну что я сделал? Первое, что я сделал, самое главное, это я вздремнул, поспал, потому что когда никого нет, самое доброе дело, это как следует поспать.